30 сентября средняя общеобразовательная школа номер 26 города Орла в лице военно-исторического клуба «Пограничник» официально заступила на пост номер 1 у Вечного огня в сквере танкистов. Приемку поста юные пограничники осуществили еще в конце прошлой недели. Перед заступлением на пост регулировщицы и разводящие под руководством заместителя начальника поста номер 1 капитана Михайлова отработали перекрытие проезжей части во время прохода караула. В течение первой половины дня юные пограничники, несмотря на дождливую и ветреную погоду, выполняли свои основные обязанности в качестве почетного караула у Вечного огня, у танка. Каждые 15 минут происходила смена часовых. Зеленые погоны и звезды на плечах, парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим служить в погранвойсках, у нас в руках спокойствие державы. Над КСП летают стремительно стрижи, и о границах ничего не знают. А мы здесь охраняем родные рубежи, нас Родина на прочность проверяет. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. Вспоминаем родной далекий дом, девчонок, что успели в нас влюбиться. Здесь только 45 секунд дается на подъем, иначе нам не выжить на границе. Опять дозор уходим, сжимая автомат, мы стали здесь увереннее и строже. Опять приказ подъем, бросок, идем на перехват. Граница на замке и щит надежен. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. В полях, горах, лесах тяжелый ратный труд несем мы гордо. Зеленые погоны мы носим на плечах, и на своей земле стоим мы твердо. Российские кордоны и деды, и отцы из века в век держали, погибая. Ведь первый бой обычно принимают погранцы, с собой родных и близких заслоняя. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны.
Сегодня ночью все спокойно на границе, но все равно застава не смыкает глаз. В любой момент ракета в небо может взвиться, и в тот же миг сигнал в ружье поднимет нас. А на плечах у нас зеленые погоны, а мы с тобой, мой друг, опять идем на ряд у пограничников. Особые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. У пограничников особые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Наш ПТН стоит у самого залива, грохочет громко и неровно дизеля, и до рассвета по волнам неторопливо прожекторов лучи тревожные скользят. А на плечах у нас зеленые погоны, а мы с тобой, мой друг, опять идем на ряд у пограничников. Особые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Подчасок Наталья Кулешова, увидев, что к Вечному огню подъехал туристический автобус, рассказала гостям нашего города из Санкт-Петербурга об освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков и об истории создания сквера танкистов. В первый день несения почетного караула на посту номер один юнармейцы школы также сдавали несколько зачетов, в том числе по знанию своих прав и обязанностей в период несения службы. В этот день в гости к юно-пограничникам пришел член Союза писателей России, журналист Алексей Иванович Кондратенко. Он сообщил, что Орловская писательская организация взяла шефство над постом номер один. Во время лекции с личным составом орловские литераторы рассказывают о страницах истории нашего края. В этой беседе Алексей Кондратенко рассказал о нашем земляке, генерале Веревкине, доблестно служившем нашему Отечеству в 19 веке. По окончании первого дня состоялся подробный разбор результатов. Итоги подвел на общем собрании подразделения начальник штаба поста номер один майор Рассох. Подведем итоги. Значит, строевая. Сегодня у нас первый раз начальник караула оценивал. Ну, для первого раза, скажу, очень хорошо. Ребята готовились капитально. Вот для первого раза это очень хорошо. Главное, чтобы на этом не останавливаться, а вперед и вперед улучшать свою строевую. Так закончился первый день несения дежурства на посту номер один школы номер 26 города Орла. Но для самих юных пограничников он продолжился дополнительными тренировками по строевой подготовке, а для некоторых еще и по разборке-сборке автомата. Завтра юнармейцам из школы номер 26 предстоит участвовать в строевом смотре и сдать зачеты по знанию тактико-технических характеристик автомата Калашникова и по его разборке-сборке. Кроме того, с ними проведут встречу члены Орловской региональной организации ветеранов погранвойск. Также состоится коллективный просмотр одного очень интересного фильма о пограничниках и его обсуждение. Но об этом мы расскажем в следующем выпуске.